Православный календарь. Седмица 15 по Пятидесятнице. 19 сентября. Понедельник. Воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонах. Двадцатое сентября, вторник, препразднество Рождества Пресвятой Богородицы, день мученика Созонта. Двадцать первое сентября, среда, Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. 22 сентября, четверг, по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы, день праведных Богоотец Иоакима и Анны. 23 сентября, пятница, день постный, собор Липецких святых. 24 сентября, суббота, перед Воздвижением, день преподобного Силуана Афонского. 25 сентября, воскресенье, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, собор Алтайских святых. 1 Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!